Приветики! Сегодня у нас будет рисование на тему спорт. Мы будем рисовать девочку. Сначала мы рисуем. Намечаем просто линии. Здесь будет рука, линия, дальше идет вторая рука, линия. Извините, что у меня получилось так, знаешь, что не совсем видно, я просто когда снимала, линию еще. Здесь будут идти ноги. А вот когда он тут снимал, я не видела, что я снимаю, что там не видно. Рядом вот еще. Так, мы уже нарисовали три линии. Теперь будем обводить эти линии. Если вы, например, не успеваете рисовать, нажмите на паузу, нарисуйте и затем включите дальше продолжить видео, перерисуйте, продолжайте дальше рисовать. Сейчас мы рисуем руки. Где мы нарисовали линии, мы вокруг этих линий рисуем. Теперь мы рисуем ноги. Продолжаем рисовать линии, делаем форму, чтобы у вас как бы видны были. Девочка у нас в купальнике гимнастическом, поэтому рисуем ей купальник. Он будет у нас разноцветный. Это юбка мы сейчас рисуем. Она у нее загнулась. Рисуем ей прическу. Она у нее завязана. Ухо рисуем. Брови. Рисуем глаза, нос и рот. Вот мы уже нарисовали девочку карандашом, вот такая она у нас получилась. Теперь мы будем разукрашивать карандашом. Вот этим цветом мы раскрашиваем ноги, руки и лицо. Сначала он более светлый делаем, затем будем разукрашивать более темным цветом. И эти вот такие. Thank you.
Далее рисуем брови коричневым цветом. Затем мы рисуем уши и красим губы таким красноватым цветом. Делаем прическу, прорисовываем. Она у нас будет яркого такого цвета. Сначала более светлого, а затем мы добавляем еще более яркий. Насыщенный такой цвет. Затем рисуем глаза. Сначала ресницы рисуем и глаза голубого цвета. Далее разукрашиваем костюм. Купальник, он у нас будет разноцветный. Разрисовываем такие капли складки. Покупаем, где они все равно видны фиолетовым цветом. И далее добавляем тень. Такая у нас девочка с вами получилась. А вы подпишитесь. Спасибо за просмотр.